There are more than 100 nature reserves in Russia. Let's visit one of these protected areas in the Ural Steppes and see how scientists live and work inside of Zapovednik, nature reserves, and how they research endangered species of the last wild horses of the planet. In the steppe, it's always very windy. Today I'm going to spend the day with Maxim. Hello. To see what it's like to work here and what are his responsibilities. Расскажешь? Про что именно? Оренбург Oblast is a region of Russia located in endless steppes. The Оренбургский State Reserve is a unique natural heritage of the region. All sites are preserved in their natural state and visiting is possible only with a permit. The main pride of the reserve is, of course, the population of the Przewalski horses, which were brought here in 2015. Это паприка. Вон сломейка бежит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не понял? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А, все верно. Это гарем паприки. Максим, а какая у тебя здесь должность? Я занимаю должность сотрудника Центра реинтродукции лошади Пржевальского. В мои обязанности входят мониторинг, анализы и сбор информации про лошадей. Их мы заносим в специальные книжечки, так сказать, журналы. Всю информацию мы про лошадей собираем, анализируем, делаем из этого статьи, используем в различных научных работах. Пока как получается, выглядит вообще твой день здесь? После того, как я проснулся, естественно, я завтракаю, если это удается, в лучшем случае, и после уже еду на мониторинг. Может проходить у нас мониторинг как 2 часа, то есть мы можем съездить, допустим, вот к паприке, а может и проходить очень долго, то есть с самого раннего утра до самого позднего вечера мы можем кататься, общаемся с ними, смотрим, что они делают, как они делают. Здесь никогда не бывает скучно, всегда найдется то, что нужно сделать и что хотелось бы, конечно, сделать. Плюс ко всему, здесь всегда приятно находиться в степи, да, наслаждаешься вот этим простором, как колышется трава, как идут ветры степные сильные, дождик, зной, снег, это всегда прекрасно. А как ты вообще пришел в биологию? Изначально я учился на технолога общественного питания. Я проработал в поварской деятельности в общепите около 5 лет. Работал сушистом и с сушефом, и просто поваром, и салатником, и горячником. Вообще все профессии перепробовал, и мыл полы, и официантом работал. Ну, короче, мне все это, конечно, очень нравилось, это свою атмосферу имеет. Но большое количество мата, алкоголя и негативных персонажи в этой сфере деятельности, это, конечно, немножко утомляет и не очень, конечно, интересно там. Вот, и я изначально думал и знал, что я буду заниматься муравьями, и сейчас, в принципе, я занимаюсь муравьями, пишу научную работу по муравьям, и вообще муравьи – самые лучшие в мире существа. А ты как-то изменился, как ты сам считаешь, вот если год назад и сейчас? Ты здесь работаешь год и 6 дней. Наверное, да, изменился. Я увидел, что у Евгения Александровича, по крайней мере, вот у моего руководителя, имеются какие-то лошадиные повадки. Когда, ну и за собой тоже заметил такое проявление лошадиное какое-то. Потому что когда мне что-то не нравится или какая-то я ем невкусную еду, я, естественно, фыркаю, типа,
мне не нравится это все, я убираю это. Когда мне не нравится, когда кто-то подходит, мне какой-то неприятный человек, я прям в душе чувствую, что у меня уши как будто бы прижимаются назад. Не, вот еще такое, какое-то безумство у меня начало проявляться. То есть я все чаще и чаще разговариваю просто с лошадьми. Я не знаю, что они мне никак не отвечают, они не знают своих имен, они не знают, что, о чем я говорю. Они слышат интонацию, слышат какой-то вайб-позыв, который хочу им передать, но я ведь понимаю, что они меня не особо понимают, но все равно я пытаюсь с ними разговаривать, говорю: о, Помпей, подойди сюда, вот тебя овес. И Помпей подходит, такой: вау, это такое-то, отвечает он мне, что ли? Ну, какое-то такое появилось. Какой зайчик? Помпей! Овес хотите? Вы ждете, пока я что-то расскажу или что? Или я выйду пока? Ты у нас Пумка? Нет, у нас не Пумка. Где Пумка? It's such a strange feeling. I want to pet them so much. They're so cute. But you don't have to forget that it's not a usual horse. It's Przewajski's horse, a wild one. It can kill you. They have fights all the time. Вообще очень сильно боюсь лошадей, особенно домашних и особенно пони. Это прям в дикую дрожь меня вгоняет. То есть ты каждый день преодолеваешь себя? Нет, с этими лошадками я уже привык, они, можно сказать, моя семья стали, и я спокойно с ними провожу время, провожу различные работы, мероприятия. Когда я первый раз увидел, как лошади дерутся, и прям в первый же день они показали всю свою мощь, то есть одна лошадь встала на дыбы, другая лошадь в это время повернулась задом и вскочила на переднее копыто, ударила другую лошадь, которая встала на дыбы, в лицо копытами. Это был огромный такой, очень громкий треск, вот именно копыта, а кость. Это прям было очень серьезно и страшно. А потом они начали кусаться друг друга, драться, и я услышал, как ломаются ребра, хрустят. Это было очень страшно, конечно же, и я прям, да, ну, то есть было прям серьезно такое, подумал, вау. Ждать, когда Арга испражнится, мы соберем у нее анализ скала, дальше с ним немножко погуляем и потом уже поедем на базу измерять количество гельминтов, яиц гельминтов в ее кале. Сколько нам нужно ждать, чтобы она выбросила то, что нам нужно? От 20 минут до 2 часов. Поэтому неизвестно, когда она это сделает, будем просто следить за ней, наблюдать. Арга, ну мы ждем, мы ждем. We start at 4:08. Я жду, когда она испражнится. Либо мы будем так продолжать ходить за ними, либо нужно их испугать как-то. Но пугать мы их не будем, потому что они тихо мерзнут, сейчас куда-то направляются. Если мы их испугаем, они что, сбросят это все? Да, они сбрасывают балласт для того, чтобы им полегче было бежать. Арга, come on, come on. You can do it. Да, ты увидел? Да. Все, Арга, иди. Спасибо большое. Молодец. Дай бог вам здоровья. Красотка. Yes! Samples are taken, and it's 5:32. Good job. Bye! Now we're gonna check your excrements to see that you're healthy. В этих колбочках у нас находятся личинки оводов, которых мы достали из лошадей. Точнее, лошади сами от них избавились. А есть лошади количество... без паразитов? Скорее всего, есть, но у большинства этих лошадей паразиты, они играют, ну, не ключевую роль, но они как, можно сказать, симбионты этих лошадей. То есть, какую-то роль, возможно, в пищеварении или в усилении иммунитета. То есть, они какую-то свою роль играют. То есть, у то лошадей... есть вы не стараетесь их вывести? Полностью лошадей. Вывести нет, их не получится. Так, у нас есть колбочка одна. Мы в нее наливаем 50 мл
соляного раствора. Хорошая пища. Ты можешь по какашке определить, хорошо ли она питается? Да. Итак, мы опускаем все это, вот этот раствор. Нам нужно его разбить. Какашуру. Итак, вывод. Кобыла Арга вполне здорова, и она отлично себя чувствует, во-первых. У нее очень хорошая структура кала, у нее потрясающая волокнистость, вкус, цвет. В общем, все у нее потрясающе, ну, в смысле, у Арги. То есть у нас имеется племенная книга. Она у нас оформляется в режиме пока таблицы, но в дальнейшем мы планируем ее сделать в что-то вроде базы данных открытой. А зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы имелась вся информация, вот как и по людям, так и по лошадям Пржевальска. То есть дата рождения, мать, отец, где родился, как родился, какие отличительные признаки есть, для того, чтобы каждый мог посмотреть в эту племенную книгу и понять, что за лошадь перед ним стоит. То есть, так... Есть какая-то международная племенная книга всех лошадей Пржевальского на этой планете? Да, имеется в Польше, в племенная книга, которая составляется, которая есть доступы только у определенного круга лиц. У нас такой возможности нет, но мы все равно отправляем туда данные по нашим лошадям, потому что наши лошади все внесены в эту племенную книгу, и их дети, естественно, тоже будут внесены в племенную книгу. А на лошадях делают какое-нибудь клеймо, чтобы различать? Да, делают тавро только тем лошадям, которые проходят перевозку куда-либо. То есть, если наши лошади поедут куда-то, то мы сделаем обязательно тавро для того, чтобы потом в будущем люди, которые будут с ними работать, они смогли легко определить их и легко определять в дальнейшем. То есть ты знаешь всех лошадей, которые есть в заповеднике? Да, я знаю каждую вообще лошадь. У них у всех какие-то есть отличительные особенности, по которым мы их замечаем, видим, изучаем. У каждой есть имя, у каждой есть племенной номер, у каждой есть своя биография, свой характер. И по вот этим всем данным сопоставляем, мы знаем, какая где лошадка находится. У тебя есть любимчики? Да, у нас есть любимчики. К счастью, к большому счастью, она как раз эта любимица в этом конкретно гареме, в гареме Паприки. Идет, вот сейчас будет проходить на заднем плане. Ее зовут Соломея, она очень красивая, она как с обложки плейбоя. Если бы был лошадиный плейбой, то она бы точно была в первом номере. Естественно, Паприка тоже мой любимец, но Соломейка все-таки девочка, а она как бы больше внимания должна получать от нас. А сколько получают сотрудники заповедника? Это же не секрет? Да, это не секрет. Сотрудники заповедника, как и любой человек из государственной системы, он получает не очень много, как хотелось бы, и вот конкретно я получаю МРОТ, минимальную ставку. И это очень печально, но мы держимся на энтузиазме и держимся... Мы держимся. Что именно тебя тут держит? Меня тут держит природа, меня держит простор, меня держит флора, фауна, ну и лошадки, само собой. Я вот в них влюбился в течение того времени, пока здесь работаю. Очень интересно за ними наблюдать и искать какие-то параллели между взаимосвязями человека и человека, человека-лошади и лошади-лошади. Вообще каждый биолог хочет работать с какими-то редкими видами, а работать в заповеднике, плюс ко всему, с редким, можно сказать, исчезнувшим уже видом животных, которые человек возродил, как в парке юрского периода, то это, ну, это большая честь. Это, таких лошадей, как лошади Пржевальского, мало кто видел, мало кто с ними общался, вот так, как мы сейчас общаемся. А что для тебя хорошая жизнь? Что для меня хорошая жизнь? Да. Что это для тебя значит? Делать то, что ты хочешь делать, то, что тебе приятно делать, и получай за это то, что тебе полагается.